Вы давно просили, а я прислушиваюсь, конечно же, к вашим просьбам. Вы давно просили деревянные триггеры, друзья мои. И сегодня я с удовольствием презентую вам новую коллекцию 2020 деревянных триггеров, конечно же. Короче, примерно было так. Я пришел в офис и думаю, господи, надо же деревянные триггеры заснять. А где они? А где? Я же их с собой не взял, конечно. Я начал здесь искать всякие разные деревянные триггеры. Но именно поэтому, мне кажется, и получилось видео интереснее, потому что я заранее ничего не подбирал, просто взял то, что вот здесь вот было. Что ж, друзья, поехали. Первый триггер у нас родом из 2017 или 2018 года, потому что я его использовал, когда только начинал ASMR-ить. Это такая подставочка под чаёчек. Подставочка под чаёчек, вырезанная, по-моему, из старого линолеума какого-то. Не знаю, смотрите. Кажется, когда-то это был какой-то пол, а вот потом его вырезали из... Получилось, что теперь это... чуть менее ярко, я вот все-таки, наверное, чуть поближе себя призумлю. Вот так, о, вот так будет нормально. Такая вот деревяшечка. Помните, такой мультик был какой-то. И из той же оперы у нас есть вот такая вот тоже деревянная подставочка для чаёчка, для кофеёчка. Но мы на них не будем заострять внимание, потому что все же это уже старые пожилые триггеры. Вот, а новенькие у нас будут триггеры. Вот, например, вот такие вот. Вот такая вот деревянная. Ну, из фанеры, я не знаю, что она сделана. Такая вот коробочка. Это я у жены отмутил. Стояли какие-то здесь в офисе то ли кисточки, то ли что-то такого плана. Но нам оно нужнее, конечно же. Зачем кисточки какие-то туда ставить, непонятно. Я их там положил на полку, короче. Вот такая вот получилась триггерная штучка. Достаточно триггерная штучка получилась, как по мне. А вы как считаете? Совершенно прекраснейшая вещь.
даже не знаю, что взять. У меня здесь осталось еще несколько вещей. И штанины упадут. Вот такая вот линейка. Это линейка для очень самоуверенных людей. То есть, как бы, типа, если тебе говорят, типа, слышишь, какой у тебя длины, там, это самое твое высокомерие. Ты такой достаешь линейку, говоришь, сейчас не хватает вот этой вот линейки. Я бы сказал, что это линейки даже, помните, раньше, ну, не знаю, помните, нет, раньше, когда дети учились там при царе еще, да, помните, да, помните. Все такие сидят, короче, столетние, такие, да, Лех, конечно, в 20-м году, да, блин, царя уже не было, да, 140-летние все такие сидят, типа, да, помним, помним батюшку царя. Так вот, тогда вот линейками детей наказывали, били их по рукам за то, что они плохо учились, да, это было такое действительно так, то есть их там били розгами за какие-то провинности, а лупили по рукам линейками, то есть тогда было как-то все очень-очень строго. Так вот, это вообще линейка, не знаю, трудовика, наверное, крутого какого-нибудь джедая. Вот. Такая вот крутой звук, кстати, выдает вообще прям очень крутой, по-моему. Зацените просто. А, классно же звук. А, супер просто. Специально зазубренные края такие, чтобы, видимо, можно было еще лед обдалбливать. Не знаю зачем. Но это специально какая-то швейная линейка. Швейная линейка. Че такое не найдешь у нас в офисе, а? Похоже, конечно, на самодельную, хотя я не понимаю на самом деле. Видите, она специально здесь разграничена 90, и, по-моему, здесь метр, то есть ровно примерно метр. Ну да, 90-95 и 1 метр, то есть это вот, друзья мои, это вот 1 метр, 1 метр, а вот это вот 1 метр с кепкой, видите, вот такая вот линейка, такая линейка, такая линейка, такая линейка, по-моему, очень даже неплохая, как вы считаете, такая, знаете ли, линейка для самообороны, если у вас в школе, например, хулиганы вас обижают, вы такие, я, короче, приходи сегодня, будем махаться после школы, такой, типа, я возьму с собой только линейку, он такой, да, бери, конечно, такой, приходишь с линейкой, такой, ну чё, хулиганы, капец вам, да. Вообще, друзья, драки — это плохо, лучше решать какие-то вопросы в мирном диалоге, конечно. Вот, так что, реально, побеждает не тот, кто сильнее, там, да, не тот, кто может вдарить получше, а тот, кто умнее, точнее, я считаю, по жизни, именно по жизни, да. Вот. Кто умнее, кто хитрее. Так, ну что, мне кажется, очень даже мурашечный триггер, да, был, я его аккуратненько сейчас поставлю вот так вот. Надеюсь, что он не упадет никуда. Все, поставим. Следующий триггер, это, сейчас, подождите, так, сейчас, и следующий триггер, он достаточно особенный для города Харькова, потому что вот это вот называется плечики, да, насколько я знаю, но именно в Харькове, если я не ошибаюсь, во времена Советского Союза жил-был еврей, у которого фамилия была Трембель. И вот, насколько я понимаю, этот еврей занимался таким производством торговли вот этих вот плечиков. И именно у нас в Харькове, друзья мои, вот эти вот плечики, так называемые, их все называют трембелями, то есть именно трембель. Вот, поэтому, вот, но тем не менее, от этого он менее деревянным не становится, поэтому, видите, как вот так вот можно делать по нему таппинг, аж целый таппинг. Thank you.
Прекрасно, прекрасно. Давайте двигаться дальше, потому что вот у нас напоследок я достал самую мурашечную, вообще крутую штуку всех времен народов. Это вот такая вот деревянная крышка от коробки. Вот, она огромнейшая просто, но звучит очень круто, друзья мои. Можно прямо за место фона использовать ее. Очень крутая штука. Давайте вот так аккуратненько с одной стороны я сделаю. Заключается в том, что она несколько неудобная для того, чтобы делать по ней таппинг и вообще всякие манипуляции, потому что она здоровезная просто. Она, кстати, сделана из каких-то веников здесь сверху, то есть какой-то такой материал, ну, все-таки это дерево скорее. А вот, скорее всего, конечно, это больше похоже на дерево. А давайте постучим деревяшками еще друг об друга немножечко. Для этого я возьму что-нибудь попроще, чем вот эта здоровенная фигня. И, например, вот такую штуку возьму. И возьму еще вот такую вот штуку. Вот, и немножко постучим. Ссылочка на донат в описании. Рад был помочь тебе расслабиться. До новых встреч!